дорогие друзья, всем привет. Ну что, едем сегодня покупать новый автомобиль. Для чего он, пока мы сами не можем понять. Но я думаю, что будет это проект новый какой-то. Ну, машинка очень интересная. Очень интересная. Какая она, вы увидите в этой серии. Едем покупать. Так, друзья, мы подъезжаем в город Калтан за нашим новым аппаратом. Алло, ну мы почти на месте. Что, можем уже снимать? Ничего страшного? Конечно. Конечно. А Андрюха, а что у него эти номера эти? Вот, друзья, аппарат стекло, такой. Еще учет, а синьковский здесь. То есть документы у него есть, да? Техпаспорт есть, только хозяйка из Новосибирской области. То есть если что-то ставить ее на такие номера, то он приезжает к ней, делает генеральную доверенность, чтобы от нее дальше писать. То есть здесь там в архив. А аккумулятор есть? Нет. Нет, да? Блин, а мы, прикинь, не взяли. А я говорил вам, что аккумулятор... Да? Да. Ё-моё, поехали за аккумой. Давай, это что, оно же все заводится нормально? Да, там единственное, что проводами. Ну, в смысле, замка зажигания. Видишь, он... Ну, тогда она заведется, если что, мы на ней уедем, сможем? Да. Это как на этом... А у него печка работает? Ой, это я не знаю, надо проверять. У него же такая печка. Масло, да? Чистенькое, то есть, ну, да, он не ездит, кого он у меня. Он стоял у меня у Олега Гилева, сослуживца, на постоянном перед теплицами, на улице, правда, 2 года. Ну, насчет ржавчины, мужики, только впереди, вот там, где шов. Так, где тут? А, ну вот печка есть, да? Не, у него печка, все есть. Ну его надо смотреть. Наверное, оно все надо, работало. Я когда покупал его, то тормозуху, есть, да, ты говоришь, там что-то надо посмотреть. Да, ну видишь, тут вот шланги, оно все белое. Взять с собой тормозуху, там есть она? Не, и тут есть бутырки, да? Но. Ага. То есть вот аккумулятор ставить, а ржавчина, ну вот. Ну это нормально. Не, он все живое. Слушай, там. Такая удобная, да? Чик-чик, все. Все умотали. Так, ну все, мы тогда поехали за аккумой. Мы тогда аккум сейчас возьмем и летим. Так, друзья, ну что, съездили, мы посмотрели машинку, нам очень понравилось. Поехали за аккумулятором. Ну, решили все-таки забирать этот автомобиль. Поехали за аккумулятором. Ну, заведем, посмотрим на все вообще состояние двигателя и коробки. Вообще, ездит ли она. Человек оказался нашим подписчиком, так что немного скинул нам. Так что давайте сейчас продолжение следует. Сейчас мы приедем, весь процесс покупки, как мы будем заводить, тестировать ее. Посмотрите. Все, давайте, не переключайтесь. Подписываемся на канал. Это минус. Наверное, вот так. Сейчас заводить будем. Получается, вот он плюс. Угу. Давайте назовем его подороже. Слышь, Леха, здесь это печка бензиновая. Да ты чё? Здесь же нету. Здесь же нету системы в это. Воздушная система охлаждения. Вон она, печка. Ну что, Андрюк, давай, показывай, как он заводится. Короче, смотрите. Ну-ка, давай сразу посмотрим, как это работает. Сколько он не заводился? Ну вот до снегов сколько там, когда так? Ну в ноябре я его пригнал сюда. А, в ноябре, да? Ну месяц, да, допустим. Да, меньше. Ну-ка, давай, показывай. Соединяем что-то, да, потом чиркаем. Да, так, я не помню, стартер вот этот вроде заводить. Вот эти соединяем. Ага. Три. Вот. Ага. Видишь, все, загорелся. Ну вот это сюда. Так сюда скорость, я так понял, жигулевский можно даже поставить. Ну это мы сейчас в электрик разберется. И заводим. А, тут вот где этот, запорожцев этот. Че, так масло? Подсос? Да. А, подсос. Ну он, видать, приржавел. А, масло подключили сразу. А здесь нету этого выключения массы? Массы. Дай-ка аккумулятор скинем. А я не знаю. Нет, наверное. Скоро слышишь? Аккумулятор хороший? Стоял, хороший. Блин, аккумулятор слабо крутит. Весь день стоял на зарядке. А? Может это бензонасосом подкачать? Ну глянь, там я уже подкачу. А он всегда так вяло масло или пожирее? Да не, Лёха, это... Это аккумулятор, да, здесь моторчик-то. А чего у меня здесь? Или
без газели? Или... Нет, это, Андрюх, полный этот, бензина, давай пробуй. Давайте пробовать, у вас толкача зависит? Да, давайте толкача. Нет, сцепление она тоже дает, да? Да, да, да. Давай толкача. Да, давай толкача, пока аккумулятор целый, более-менее. Пока сидим, я сейчас вытолкнем. Кого тут делов-то? Ну, вон, назад, туда, прям. Нет! Что-то двигатель не маслает. Давай вторую. Стойте, подождите. А что такое? Что там? Не, ну вторую точно не учёт скорость. Ты ее сразу включи на сцепление, а потом отпускай сцепление. Погрей ее, погрей, погрей. Стой, блядь. Ну-ка, пробуй, тырни. Свет потом, если что, это, поедете. Где-то там фишка. Аккумулятор слабый. Давайте еще. А там, Никит, под гору уже. Давай вниз. Ты, если что, смотри, если заведешься, то езжай прям до гаража, она и прогреет. А он пятаки сразу, нахуй. Никит, сильно не газуй, машина, Никит, холодная. Ты тяжелее этой машины, блядь. Пусть маленько мотор прогреет. Давай. Не газуй сильно. Да? А фишками там что-нибудь поработай. Может, зарядки нет? Думаешь, зарядки нет? А можно проверить? Нет, Никит, это габариты горят. Я вижу по лампочке. Основные лампочки не горят. Да, да, это габарит. А подсос убран? Да. Смотри. На тот, сюда, не сюда. Да, подсос убран. Ну, отпусти газ. Он вообще должен уже тарахтеть. О, да. О, холостой есть. Давай я развернусь сначала. Давай заедем на свет, пусть тарахтит. Так, все, сделка произведена, все. Машина куплена. Машина есть теперь, звони. Да, пацаны, когда... Так, ну друзья, вот. Ну что, забрали мы бешеный запорожец зеленого цвета. Некоторые уже придумали ему название «Подорожник полевой». Вот едем мимо дурдома, город Калтан. Сейчас будем пересекать проспект. Ух ты, блин, слышь, торможу, его боком ставят. Света нету. Света нету, что-то зарядка плохая. Сейчас разбираться. Стараемся ехать по освещенным улицам. Ну куда ты лупишь-то его? Ну так, тормоза-то вроде есть какие-то. Сейчас как в форсаже поезд обгонять будем. Никита Торетто. Да, ребят. Все забрали. Машина с документами. Ништяк. Сразу вот мощь, вот чувствуется вот этот кудрёв мотора, спортивный выхлоп. Что, на четвертый не тянет? Не тянет нормально. Да не торопись ты, страшно, блин. Два раза за жизнь не переворачивался. Тормозит, нет хоть? Нормально тормозит. И
идем по кругу. Нам сегодня везде зеленый. Алтан, вот достопримечательности, вокзал. Четвертая не заходит. Ну, регулировать, может быть, надо там тросиками же. Чем тросиками? Лапка должна. Лапка, да? Ну, я не знаю, может, и тросик. Вот Антон нас сопровождает на всякий случай. Чтобы у нас... Тачка едет, да? Бензин не кончился. Машина для суеты. Никит, не разгоняйся. Он же очень неустойчивый. Я тебе скажу, что он это... Что лучше, чем Ленчик? Лучше, чем Жигули какие-то едет, там пятой модели. Только холодно маленько, окна открыты. Чтобы не затягивало стекло льдом. С печкой еще не разбирались, тут какая-то же кучерявая печка стоит. Бензиновая. Бензиновая, ну. Машину заправляй, печку заправляй. Заправляешь машину покататься? Будь добр, заправь печку. Так, ребят, было бы кольцо заснеженное, угла бы дали. Не вздумай, автобус впереди. Там, по-моему, гаишники. Дернули как стоячего. Шестьдесят едем, да? Да не разгоняй ты его, Никит.
на нем номера еще по 4 цифры можно. Пробега 58 800, 83-й год. Пробег родной, один хозяин, наверное. На нем камеры пролетать можно быстро. Пираты старые. Лишь бы нарушить правила. Ощущение, что передний капот открыться может. Может, конечно. А что температура двигателя не показывает? Температура? Ну а кто бы ее смотрел? Температура. Ну, на улице холодно. 36,6, да? Воздушное охлаждение. А, ну да. Не надо переживать за то, что здесь не хватает насола. Ну, он устанавливается помаленьку. Что? Температура 40. А что вот это красное горит? Интересно. Дорога освещаемая пошла. Опа, кочечки. Блять, стойкие спортивные, что ли? СССовские. СССовские. СССРовские. Стойки СССРовские. А плеточка ты сними, какая плеточка шикарная. Руля. Смотри. Да, ручная работа. Нету зеркала. А раньше, по-моему, так и было. Зеркало такое у водителя было. Тут слева смотришь, а тут так смотришь. Руку закидываешь на пассажирское сиденье. И пошел. Куда едем? Че, по гаражам. А, в этот гараж просто? Нет. Вот. Или что, через город? Я не знаю. Ну, через город поехали. Вот первый наш зритель посмотрел на нас так неадекватно. Да, а что, тачка в порядке? Ребята, смотрите, наши зрители.
там фары аванс. Нет, на 5,5, 308 лошадей. А сколько здесь объем мотора? Литр? Да хрен его знает. 0,5, блядь. Да я просто думаю, может с разгона заезжать? О, 100%. Подожди, я выйду, сниму это все снова. Не, а он додумается, а я назад покачусь, блядь. Пускай он сюда приедет. Пускай он сюда приедет. Хорошо. Антон! Антон! Сейчас смотри, Никита только туда проскакивает, а ты сразу ходом сюда. Давай. Чтобы это, он вдруг назад покатится. Тормозов нету. А, нет, езжай, езжай, Антон! А что я найду? Ну, снег? Снег? Вот какой деревяшка. Блять. Я так-то вроде набуксовал. Да не, не укатись, не укатись. У него два гребут. Он вообще спокойно везде заезжает, ты видал? Да, да. Сумку, сумку возьми. Сзади. А, ну я там ключ возьму, ладно. Че, вообще везде залетел? Видал, блин, блядь? Я за вами ехал 80. Ну, у вас есть. С местами 80. А ты помнишь, когда мы тебя как стоячего обошли? Да-да-да. Нет, правда, ты останавливался. Ну, блядь, мотор-то везет. 80? 80 местами. Четвертая не включается пока, что-то. Гоняем в гараж монстра. Вышел, трогается без базара так. У него ники два гребут. Друзья, ну что? Купили машиночку вот такую вот, запорожец зелененький. Все, посмотрели, маленько затестили его. Машина очень понравилась, мотор такой прям живучий. Ну, там что-то с тормозами и зарядкой, там будем разбираться, посмотрим. Я думаю, будет интересно. Да, так что давайте, друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Ну, следите за продолжением нашего нового проекта, наверное, скажем так. Все, всем пока.